Bright Park вдохновляет. В Bright Park удобный автокредит за 15 минут. Bright Park. Лада. Екатеринбург. Асбестовский суд признал виновными 4 жителей поселка Рефтинский в незаконном приобретении и хранении наркотического средства. Все подробности смотрите прямо сейчас. Приговором Асбестовского городского суда установлено, в ноябре 2017 года 4 молодых людей вступили между собой в преступный сговор, направленный на совместное незаконное приобретение и хранение наркотических средств, курительной смеси, для личного употребления без цели сбыта. Таким образом, подсудимые с помощью приложения Telegram связывались со сбытчиками наркотических средств, получали информацию о виде, массе наркотического средства и о номере киви-кошелька для оплаты за наркотик. Далее производили оплату и получали от сбытчика сообщения с адресом и местом расположение закладки наркотического средства в поселке Рефтинский. В ходе обыска сотрудниками полиции у подсудимых было изъято наркотическое средство общей массой около 3 грамм, которое они незаконно хранили. После совершения преступления один из подсудимых скрылся от органов следствия и около 6 месяцев находился в розыске. В ходе предварительного расследования и в судебном заседании подсудимые признали свою вину, заявили о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. В итоге суд приговорил 2 подсудимых, которые уже были ранее судимы за аналогичное преступление, к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Еще 2 подсудимых получили условное наказание.